Очередной вам привет из Лазаревского, канал Лазаревская Сочи, и мы с вами на берегу реки Псизуапсе. Я вот хотел вам внимательно, точнее показать вам, как озадачились хозяева близлежащих домов, вот этих вот красивеньких домиков на берегу реки на улице Днепровской, зная суровый нрав реки Псизуапсе. Они вот, прежде чем строить, смотрите, какие сооружения придумали. Не просто так поставили, а стянули их еще, закопали в камни. И практически весь берег. В принципе, тут сделано все, чтобы окультурить набережную. Мне так кажется, что можно это сделать уже бетоном красиво. Но опять же, собственники домовладений вряд ли потянут эти затраты. Вот, ну в любом случае молодцы. А что я вам хотел показать здесь? Ну, конечно же, реку. Я все время вам ее показываю, какая она чистенькая, прозрачненькая и журчащая. Смотрите, с улицы Днепровской отличнейший вид на поселок. Вот сейчас мы видим с вами аэродром старый. В ретро-фотографиях, не знаю, выставлял я, кажется, выставлял, там самолетик еще был. Вот тут взлетали самолеты. Да, не арбузы какие-нибудь там, и не боинги, и не сухой 100, но взлетали. В том числе наши истребители боевые во времена Великой Отечественной войны. А вот это перед нами, вот тут вот, если вы видите, старый мост. Мне еще повезло, я по нему ходил. Он так, правда, сливается с новым. Сейчас я подойду поближе и покажу вам его. Вот он, этот старый мост. Такой маленький, конечно, он стал по сравнению с современным. Точнее, не стал, а был. Кажется, несколько лет назад вот тут здесь провалился один пролет, как вы видите. Было нарушено газоснабжение Мариинского и Сочинского шоссе. Ну, сейчас видим, что мост используется как для коммунальных служб, или как там, для воды. Вот вода, газ, электричество, все проведено по нему. Для технических нужд, во как. Когда-то он казался большим, а теперь маленький, скромненький такой. И вот смотрите, сколько он веток и деревьев собрал на своем пути, точнее, у реки отобрал. Просушил их. Можно собирать и сжигать в печах дома. Не тут прям, на месте тут здесь ничего не надо. Поют птички. Светит солнце, слава богу, сегодня у нас. Солнцем все нормально. Надеюсь, будет и закат хороший. Не то, что вчера. Ну и покажу вам домики на улице Днепровской, какой лишь я сюда забрался. Они находятся сразу за мостом. Сразу вот. Вы их увидите наверняка, прогуливаясь по мостику, в аквапарк, если пойдете. Очень красивые строения вот здесь, именно на берегу. Ну, а я пошел к речке. Пробежала у меня мысль забраться на середину реки и здесь тоже. Сейчас пойду поищу брод. Эти водоросли, которые на камнях, очень скользкие. То есть, если вы на них встали, поскользнулись, 100% набьете себе шишку. А вот обратите внимание, там он, улица Багратиона уже
Все близко, все рядышком. Лазовская не такая уж и большая это на самом деле. Ладно, хватит болтать, пойдемте изучать местность. Вот добрел до места, где наглядно можно показать, как уложены вот эти вот звездочки, или как они правильно называются. Скреплены тросами они к скале туда, к дороге, дабы вода нанесла наименьший урон. Я вот ищу брод. Да везде он что-то такое не очень мне нравится. Можно так чебурахнуться, что мало не покажется. Поэтому будем лезть в горы. Посмотрим, что там дальше. Я забрался на вершину сооружений, заваленных камнями. Хожу тут как не знаю кто, какая-то цапля, блин. Честно говоря, думал, что тут будет дорога. Ну, вы. А если я упаду, если я пропаду, кто покажет вам это видео? Тот, кто найдет этот телефон. Вот надо же мне, а. От 40 лет, извините, лазю где, не попадя. Блогером, блин, стал, а? Так, итак, река вон там вот, вон она, ее основная часть, ближе к аэродрому. Но доплыть туда не представляется возможным. Точнее, представляется, но дикого желания у меня почему-то нету лезть в воду. Зато я нашел классную площадку. Именно здесь, если вы хотите уединиться, можно пожарить шашлычки. Только не надо мусорить, вот как вот эти товарищи, которые до вас жарили, а. Ну, попили, поели, бросили все и пошли. Поросята, блин. А вот, смотрите, тоже, видимо, укрепляли берега. Укрепляли. Да все нафиг разлетелось. Тут есть какая-то тропинка. Я по ней пройдусь. Кстати, у меня такое впечатление, что здесь вот, именно в этом месте, можно и поплавать в летний период, конечно. Запруда такая хорошая, серьезная, глубокая. И течения нет, то есть вода согреется, прогреется очень даже хорошо. Так, тропинка ведет куда-то туда. Опять же, повторюсь, очень много мусора. Бутылки всякие. И видно, что здесь когда-то укрепляли берега. Именно укрепляли. Серьезно. Потом казалось. Очень колючие колючки. Она все-таки меня зацепила. Простите, извините, отпустите. Все, я походу встрял. Вот, смотрите, какие колючки, шипы. Не дай боже на такой наткнуться. Вот еще одно местечко для шашлыка, которое, к сожалению, превратилось в маленькую свалку. Увы. Буквально наверху дорога и дом. Не знаю. Не знаю, как долго постоит этот дом. Как долго река позволит ему. Вон там есть красивое местечко.
Так я добрался до красивейшего места. Обратите внимание, сколько рыбок там плавает. Это просто их косяк. Очень много. Но они еще маленькие. Ловить их рано. Ждите лета. Вырастет какую-нибудь, я не знаю, форель. Но это явно не форель. Приедете, зажарите. Не забудьте пригласить. Ну, я нашел тут вот такое красивое местечко. Тут тоже можно намахнуться. И очень даже легко. Так как все мокрое. Поэтому я стараюсь быть аккуратным, насколько это возможно. А это, боюсь, что невозможно. Очень скользко, можно чебурахнуться. А меня еще ждут улица Победы, Шевченко. Покажу вам водопадик. Маленький водопадик вот. Так, главное что? Главное теперь знаю, как добраться на эту сторону. И непременно, когда я одену другую обувь, я еще сюда приду. Ну а пока скажем до свидания рыбкам. Посмотрим на этот завал. Некогда организованный стал хаотическим. Все просто рухнуло. И на поселок Лазаревская. Улица Тормахова перед нами прям. Высотки. А вот там вот улица Малышева. Ну тут река Псёпся. Ладненько. Дальше не полезу сегодня. Будем изучать местность в другой раз. До следующего ролика. Так, поедем, наверное, на Шевченко. Вот, точно. Или, ладно, посмотрим. Все, всем пока.